Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 8 июня. В эфире программа «Русское лото плюс». Плюс государственная жилищная лотерея. Сегодня в нашей программе мы отмечаем праздник. Международный день друзей. Дорогие друзья, вот уже почти 20 лет я обращаюсь к вам с этой замечательной фразой. Причем у русского лото стало намного больше друзей, чем было. Наш круг друзей расширился еще на миллионы и миллионы друзей. Итак, сегодня в нашей программе, посвященной Международному дню друзей, мы разыграем миллионы рублей для миллионов друзей! А также в русском лото сегодня мы разыграем 5 автомобилей, а в мешке останется всего 3 бочонка. Это говорит о том, что выигравших будет сегодня гораздо больше. Государственная жилищная лотерея берет пример с русского лото и уже 1,5 года находит друзей по всей России. Сегодня я хочу вам рассказать об Алексее из Санкт-Петербурга, который в одном из прошлых тиражей государственной жилищной лотереи, причем в канун своего дня рождения, выиграл 500 000 рублей! Мы от всей души его еще раз поздравляем, а всем остальным нашим друзьям-участникам желаем такого же везения в сегодняшнем тираже. Сегодня в государственной жилищной лотерее будут разыгрываться 5 загородных домов и, как всегда, денежные призы. Общий призовой фонд обеих лотерей на сегодня составляет 19 013 325 рублей. Михаил Борисович, в честь праздника, не в службу, а в дружбу. Помогите мне, пожалуйста, засыпать 90 шаров в мешок. Ну, кто же вам поможет, как не ваш верный друг? Итак, я подставляю мешок, открываю задвижку. Вперед! Удачи! Призовой фонд сегодняшнего тиража государственной жилищной лотереи 5 миллионов 59 175 рублей. Суперприз сегодня – 3 загородных дома. Илья, что мы разыграем в первом туре государственной жилищной лотереи? Приз первого тура – 100 тысяч рублей. Но если первый тур закончится на 5-м ходу, то победитель получает не только приз первого тура, но и суперприз – 3 загородных дома. Мы начинаем первый тур государственной жилищной лотереи и желаем всем участникам удачи. Вперед! 81. 81. 40. 40. 84. 84. 61. 61. Внимание. Следующий ход 5-й. А это значит, что прямо сейчас может быть разыгран наш суперприз. 3 загородных дома. Удачи вам. Пробуем разыграть суперприз. Шар номер 57. 57. Суперприз сегодня не разыгран, но первый тур продолжается. Я напоминаю, приз первого тура 100 тысяч рублей. Вперед. Шар номер 65. 65. 72. 72. Стоп-игра. Стоп-игра! Приз первого тура разыгран, и мы поздравляем нашего участника из Республики Татарстан. Вы выиграли 100 тысяч рублей. Первый тур государственной жилищной лотереи завершен. От всей души поздравляем нашего победителя и переходим во второй тур. А приз второго тура – загородный дом. Вперед, Виктория! Удачи всем! Шар номер 48. 48. 60. 60. 77. 77. 73. 73. 36. 36. 89. 89. 63. 63. 82. 82. 7. 7. 83. 83. 51. 51. 68. 68. 18. 18. 90. 90. 44. 44. 10. 10. 38. 38. 1. 1. 29. 29. 3. 3. 27. 27. 26. 26. 31. 31. 80. 80. 4. 4. 66. 66. 42. 42. 19. 19. 69. 69. 71. 71. 64. 64. 15. 15. 23. 23. 21. 21. 53. 53. Стоп-игра.
Стоп, игра! Приз второго тура разыгран. У нас определились сразу два победителя. Они купили свои счастливые билеты в Ростовской и Саратовской областях. Поздравляем, каждый из вас получает 500 тысяч рублей. Второй тур государственной жилищной лотереи завершен. Мы поздравляем победителей. Дорогие друзья, обязательно принимайте участие в следующем тираже государственной жилищной лотереи, который будет посвящен Дню России. В честь этого события мы будем разыгрывать крупные денежные призы и 10 квартир. Обязательно приобретайте вот такие билеты или принимайте участие в следующем тираже, отправив смс со словом «дом» на короткий номер 7777. Участвуйте в государственной жилищной лотереи и выигрывайте новую квартиру. Ну а сейчас мы начинаем третий тур государственной жилищной лотереи. Илья, что мы в нем будем разыгрывать? В третьем туре мы разыграем еще один загородный дом. Неплохо, вперед! Шар номер 17. 17. 25. 25. 50. 50. 75. 75. 79. 79. 55. 55. 8. 8. 24. 24. 34. 34. 16. 16. 11. 11. 35. 35. 28. 28. 6. 6. 14. 14. 13. 13. 52. 52. 62. 62. 58. 58. 74. 74. 86. 86. 9. 9. 78. 78. 39. 39. Стоп, игра. Стоп, игра. Приз третьего тура разыгран, и у нас снова определились два победителя. Они купили свои билеты на сайте stoloto.ru и в Ульяновской области. Таким образом, каждый из вас выиграл 500 тысяч рублей. Поздравляем вас! Лето – это лучшая пора начать новую жизнь. А поможет вам в этом государственная жилищная лотерея. Специально для вас в июне мы разыгрываем более 20 квартир, 5 загородных домов, 5 таунхаусов и много денежных призов. Запасайтесь билетами на все июньские тиражи и удачи вам! Дорогие друзья, с четвертого тура государственной жилищной лотереи мы начинаем розыгрыш денежных призов сегодняшнего тиража. Напоминаю, что начиная с четвертого тура на своих экранах вы будете видеть не только номера шаров, но и размер денежного приза. Кстати, минимальный выигрыш государственной жилищной лотереи составляет 100 рублей, а это в два раза больше стоимости билета. Удачи! Вперед! 20. 20. 45. 45. 12. 12. 88. 88. 49. 49. 43. 43. 32. 32. 67. 67. 85. 85. 5. 5. 47. 47. 22. 22. 76. 76. 41. 41. 70. 70. 33. 33. 37. 37. 46. 46. 54. 54. 30. 30. Стоп, игра. Стоп, игра. Это был последний ход сегодняшнего тиража государственной жилищной лотереи. 80-й тираж государственной жилищной лотереи завершен. И сейчас из синего мешка мы высыпаем все шары, которые остались в нем после окончания розыгрыша. 4 шара, и я проверяю, да, синий мешок пуст. Будьте внимательны, сейчас я назову номера невыпавших шаров. Это шар номер 59, номер 56, 2 и шар номер 87. Эти номера зачеркивать в своих билетах не нужно. Проверьте, если их нет в вашем билете, это значит лишь одно – вы выиграли!
Дорогие друзья, приобрести билеты наших обеих лотерей Русского лото и Государственной жилищной лотереи вы можете, не выходя из дома, на сайте stoloto.ru. Для этого вам нужно лишь зарегистрироваться, и билеты станут доступны для вас в любое время дня и ночи. Там же вы, кстати, можете проверить, выиграл ли ваш билет после того, как пройдут все розыгрыши. Если вам пока сложно пользоваться интернетом самостоятельно, попросите ваших близких вам помочь. Ведь вы с помощью этого билета, купленного на сайте stoloto.ru, можете выиграть для всей семьи автомобиль, дом или квартиру. Удачи вам! Международный день друзей. Это праздник всей России. Ведь русского лото друзья по всей России, а это 180 национальностей Российской Федерации. Дорогие друзья, конечно, вы знаете, что друг познается в беде. Ну, что называется, не дай бог. Вот Светлана из Нижнего Новгорода поняла это на своем опыте. В канун выплаты кредита она потеряла кошелек с крупной суммой денег. Ужасно. Ну, что делать? Конечно же. Купить билет русского лото. Светлана купила билет и выиграла 700 тысяч рублей. Сегодняшний тираж принесет удачу многим нашим друзьям, потому что сегодня мы разыграем 5 автомобилей. В мешке останется 3 бочонка, так что выиграть будет легче, чем обычно. Сегодня играют вот такие билеты 1026 тиража. Если у вас блок билетов, то играет верхний билет, о чем недвусмысленно написано в первой строке. 1026 тираж, 5 автомобилей. Виктория, вы мне друг. Друг. Помогите мне засыпать бочонки в мешок. Помогаю. Вот так вот, я готов. Вперед, удачи! Дело сделано. Призовой фонд сегодняшнего тиража русского лото составляет 13 954 150 рублей. Джекпот с каждым тиражом становится все больше и больше. На данный момент он составляет 2 миллиона 90 тысяч рублей. Перемешаем бочонки в мешке. Основательно. И, Инночка, скажите нам, пожалуйста, что мы разыграем в первом туре русского лото? В первом туре русского лото сегодня мы разыграем 90 тысяч рублей. 90 тысяч рублей! Вперед! Итак, мы начинаем. Номер 14. 14. Это знаменательно 14-й год олимпийский. Номер 33. 33. Номер 73. 73. Номер 3. 3. Третье тысячелетие вместе с русским лото. Номер 30. 30. 30. Ровно. Номер 48. 48. Половину просим. Стоп-игра. Стоп-игра. В первом туре выиграл один билет, приобретенный в Самаре. Мы вас от души поздравляем. Вы выиграли 90 тысяч рублей. Самара, городок, наши поздравления. Дорогие друзья, мы готовы приступить ко второму туру. И в нем мы разыграем 180 тысяч рублей. 180 тысяч рублей. Виктория, номер 2. 2. Служили два товарища? Ага. Номер 10. 10. Чирик. Номер 75. 75. 7 пятниц на неделе. Номер 40. 40. Али-Баба. Номер 56. 56. Вот теперь. Номер 50. 50. Полтинник ровно. Номер 44. 44. Номер 85. 85. Внимание, следующий ход 15-й. Это значит, что джекпот русского лото, который составляет 2 миллиона 90 тысяч рублей, может быть разыгран прямо сейчас. Удачи. Итак, мы пробуем разыграть наш суперприз. Джекпот 52. 52. Джекпот сегодня не разыгран, но его призовой фонд переходит в следующий тираж. А мы продолжаем игру во втором туре. Вперед и дальше. Номер 35. 35. А это бочонок номер 53. 53. Наоборот получилось. Номер 57. 57. Первый спутник Земли. Номер 46. 46. А это бочонок номер 80. 80. Бабушка. Бабушка рядышком с дедушкой, номер 51. 51. Молодцы наши хоккеисты, Чемпионы мира по хоккею, номер 38. 38. Номер 83, опять 83. Наоборот. Заметили, да? Номер 28. 28. 78.
А этот бочонок 32. 32. Три притоп, два приклопа. Номер 37. 37. Номер 25. 25. 5, 25. А это бочонок 41. 41. 41. Номер 13. 13. Чёртова дюшна. А это бочонок номер 19. 19. На день лицея номер 42. 42. Сороковые пошли. Номер 11. 11. Барабанные палочки, знаменитый номер. Номер 82. 82. А бабушка надвое сказала. Номер 9. 9. Айвазовский, 9 вал и точка внизу. Номер 58. 58. Так. А это номер 47. 47. Серебро в таблице Менделеева. Слово серебро. Молчание золото. Номер 76. 76. А это бочонок 24. 24. 24 часа в сутках. Иногда их не хватает, Виктория. Номер 71. 71. Илья Ковальчук, нас прославленный наш хоккеист. Номер 39. 39. Номер 45. 45. Год победы. 9 мая 45 года. 43. 43. А это Сталинград. Немцы сдались в 43 году. 2 февраля. Номер 5. 5. Отлично. Топ-игра. Во втором туре выиграли два билета, приобретенные в Курске и Оренбургской области. Выигрыш 90 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем! Дорогие друзья, уже сейчас вы можете приобретать билеты на все наши июньские тиражи русского лото, потому что в июне мы разыгрываем 5 квартир, 10 загородных домов, 10 автомобилей, 10 скутеров, 5 мотоциклов и 5 призов по 1 000 000 рублей. А давние друзья русского лото знают, что мы всегда разыгрываем больше призов, чем обещали. Вот, например, в прошлом тираже неделю назад мы разыграли 15 загородных домов, а обещали всего 10. Вот так, так всегда бывает в русском лото. А сегодня? Что у нас будет сегодня? А сегодня с третьего тура мы начинаем розыгрыш автомобилей Volkswagen Polo стоимостью 550 тысяч рублей. Интересно, сколько мы сегодня разыграем автомобилей, потому что обещали мы 5. Ну, 5 это как минимум. Итак, мы начинаем. Номер 1. 1. А это бочонок 22. 22. Утята. Номер 66. 66. Валенки. Номер 54. 54. А это бочонок номер 55. 55. Перчатки. Номер 64. 64. Номер шахматистов. А это бочонок номер 34. 34. Вперед и дальше. Номер 77. 77. Топорики. А это 26. 26. Это номер 86. 86. Обратите внимание, точка внизу. Номер 21. 21. Блэк Джек. Номер 81. 81. Бабка с клюшкой, хоккеистка. Номер 15. 15. Жюль Верн. Номер 61. 61. Юрий Алексеевич Гагарин. Номер 79. 79. А это бочонок номер 84. 84. Номер 16. 16. Кругом 16. А это номер 31. 31. С Новым годом, 31 декабря. Номер 62. 62. Номер 90. 90. Дедушка. Стоп-игра. Стоп-игра. И у нас определились победители третьего тура. Они приобрели свои счастливые билеты в Орловской области экологии. Мы вас от души поздравляем. Вы выиграли автомобиль Volkswagen Polo на каждый выигравший билет. Поздравляем. Мы продолжаем розыгрыш автомобилей. Номер 8. 8. Выиграли 3 билета. Выигрыш автомобиль Volkswagen Polo стоимостью 550 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем. Мы поздравляем победителей. Дорогие друзья, сегодня в нашем тираже мы разыграли для вас 5 автомобилей Volkswagen Polo стоимостью 550 тысяч рублей. От души поздравляем победителей. Ну, сегодня так получилось, сколько обещали, столько разыграли. А вот ровно через неделю в русском лото в честь Дня России мы будем разыгрывать 5 квартир. Не забудьте купить билеты русского лото нашего следующего тиража или отправьте смс
Две русские буквы РЛ. Отправьте смс на короткий номер 7777. И не забудьте подарить билеты своим друзьям. Уважаемые участники русского лото, наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд. Итак, оставшийся денежный призовой фонд осталось немало. Номер 36. 36. Будьте внимательны, теперь на экранах сумма выигрыша в каждом туре. Номер 18. 18. Номер 7. 7. 7 нот в тишине. Номер 6. 6. Точечка внизу. А это бочонок номер 72. 72. Номер 4. 4. Эх, все четыре колеса. Номер 69. 69. Туды-сюды. Номер 17. 17. Где мои 17 лет? Номер 23. 23. Два притоп, три прихлопа. 63. 63. Валентина Терешкова. Номер 78. 78. А это номер 60. 60. 60 ровно. Номер 68. 68. Кнопочка внизу. Номер 20. 20. Дорогие друзья, вот уже... Скоро начинается 20-й чемпионат мира по футболу. Наши футболисты буквально сегодня вылетают в Бразилию. Давайте пожелаем им удачи, чтобы они вылетели обратно как можно позже, ребята! Удачи! Номер 74. 74. А это номер 67. 67. Номер 70. 70. Ровно. Номер 65. 65. Мы приближаемся к финалу. Номер 87. 87. Номер 89. 89. А у дедушки сосед. Номер 88. 88. Матрешки. Номер 49. 49. И номер 59. 59. Стоп игра. Стоп игра. Это был последний ход сегодняшнего тиража русского лото. Ну, а сейчас я высыпаю из мешка те бочонки, которые остались в нем после окончания игры. Их три, как мы обещали. Ну, на всякий случай проверьте наш мешок. Мешок пуст. Мешок пуст. А вот эти номера, я называю их. Это номер 27, номер 12 и номер 29. Эти номера зачеркивать не надо, они остались в мешке после окончания игры. По ним нужно проверить ваш билет еще раз. Если в игровой сетке вашего билета нет ни одного из этих трех оставшихся в мешке номеров, значит, ваш билет выиграл! Ну а сейчас, Илья, Инна, мы очень ждем итогов розыгрыша наших обеих лотерей. Уважаемые участники русского лото, сегодня мы разыграли для вас крупные денежные призы и 5 автомобилей Volkswagen Polo. А в сегодняшнем тираже государственной жилищной лотереи было разыграно большое количество денежных призов на сумму 6 миллионов 12 тысяч 400 рублей. Ну а всего в программе «Русское лото плюс» было разыграно призов на общую сумму, Илья? 19 миллионов 966 тысяч 550 рублей. Играйте, обязательно выигрывайте. Дорогие друзья, я с удовольствием напоминаю вам, что ровно через неделю в программе «Русское лото плюс» в общей сложности будет разыграно 15 квартир. Запасайтесь билетами наших обеих лотерей. Приобрести вы можете их с помощью мобильного телефона. Для этого нужно лишь отправить смс-сообщение с текстом «Дом» или заглавной русские буквы «РЛ» на короткий номер 7777. Кроме этого, билеты вы можете всегда приобрести на нашем сайте stoloto.ru, в лотерейных киосках вашего города, в магазинах «Связной», в салонах связи «Евросеть» и «Альтелеком». А билеты «Русского лото» вы найдете в отделениях Почты России. Кстати, напоминаю, что там можно приобрести вот такие билеты открытки, которые вы можете подарить вашим близким, знакомым, друзьям на любой праздник. Результаты розыгрыша наших лотерей публикуются в газете «Московский комсомолец» в Москве во вторник, а в регионах страны в среду. Мы с вами увидимся ровно через неделю. Играйте и выигрывайте! Ну а сегодняшнюю нашу программу «Русское лото плюс» завершает певец Текила с музыкальной композицией «Привет, как дела?» Как дела, а? Как же давно я тебя не видел. Да помню, обидел. Ну ладно, прости. Привет, как дела, а? Дай-ка я запишу твой новый номер.
порядковый номер мобильной сети. А может быть я, может ты, прежде чем что-то сделать, подумай дважды. Наверное, каждый, такие уж мы. А если не я и не ты, то кто же заставит нас думать о важном? Единственно важном. Не забывай меня, не забывай меня. Может, встретимся, может, встретимся. Не забывай меня, не забывай меня. Может, свидимся, может, свидимся. Привет, как дела, а? Как дела? Давай проведем с тобой вдвоем этот вечер. Он так бесконечен, он только для нас. Привет, как дела, а? Если я не забыл, значит, ты не забыла. Ты правда любила тогда в первый раз. А может быть я, может ты, прежде чем что-то сделать, подумай дважды. Наверное, каждый, такие уж мы. А если не я и не ты, то кто же заставит нас думать о важном? Единственно важном. Не забывай меня, не забывай меня. Может, встретимся, может, встретимся. Не забывай меня, не забывай меня. Может, свидимся, может, свидимся. Ветер крутит волнами, что же, что будет с нами? Счастье не за горами, оно где-то здесь. Небо, мы твои дети, звезды наши соседи. Счастье нужно заметить, оно уже есть. Ветер крутит волнами, что же, что будет с нами? Счастье не за горами, оно где-то здесь. Небо, мы твои дети, звезды наши соседи. Счастье нужно заметить, оно уже есть. Ветер крутит волнами, что же, что будет с нами? Счастье не за горами, оно где-то здесь. Небо, мы твои дети, звезды наши соседи. Счастье нужно заметить, оно уже есть.